главным. Проиграли 1-6. Почему? Ну, мы рискнули, я рискнул. У нас двое игроков основных с травмой, один в отпуске. Я решил сыграть тем составом. Не знаю, проверить нас, наверное. Проверили, получилось тяжело. Ребята, ну, ребят было больше народу, посвежее, замены какие-то были. Ну, плюс играли чуть организованно. Хотя моменты были, не реализовали, пропустили в отрывах. Как теперь на вашей команде, на вашем месте отразится это? Скорее всего, мы либо останемся на 5-м, либо на 6-го пойдем. Честно говоря, не помню. Где-то 5-6.